подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня хочу вам показать небольшое видео, как можно посолить корюшку для вяления, повялить ее дома. Дело в том, что дома зимой вялить не очень хорошо получается рыбу, вообще любую, не только корюшку, вообще рыбу в принципе. Ну, тут маленько повернулась корюшки, и давайте мы ее посолим сейчас и расскажу, как ее лучше повялить. В данном случае корюшку лучше солить. Лучше мелкой солью, в отличие от всех других рыб. Это тот случай, когда использовать соль лучше мелкую. Укладываем свои рыбки, свежие, не потрошенные, прям как она есть. Оттаяла. Укладываем. И солим не очень сильно. Так, едва-едва, чуть больше, чем на еду. Так, у нас эта сторона не соленая, вот так сейчас перевернем. Сильно не солим. И теперь поперек укладываем следующий ряд рыбок. Это корюшка малородка, она не очень крупная, так что выбирайте из того, что есть покрупнее. Я вот мелкую пожарил, а крупненькую маринирую. Ну, как относительно крупную из того, что было. Хочу посолить и подвялить. Закусочек пива будет отменно. И слегка присаливаем. Чуть-чуть. Как, вот буквально как на еду. Вы жарите, ой, как для жарения. Солите? Вот примерно точно так же мы и солим корюшку для засолки. Так. Уложили. Так. Все, уложили. Солили сверху немного. Накрываем сейчас тарелкой, крышкой. Никакой гнет не ставим, просто накрываем тарелочкой сверху. Сейчас, секунду, тарелку возьму. Накрываем ее тарелкой, вот так. Сильный вес не надо, веса тарелки будет вполне достаточно. И убираем ее в холодильник на верхнюю полку, примерно на ночь. На ночь, я думаю, будет более чем достаточно. И утром будем дальше с ней. Вернемся к ней и продолжим. Так, ну вот, друзья, прошла ночь. Рыбка посолилась. И потому как мы солили ее не сильно и мелкой солью, ее не надо смывать водой. Соль вся впиталась, что мы на нее посыпали, этого будет вполне достаточно для этой рыбки. Сейчас мы будем ее нанизывать на палочки. Так, я вот такую мелкую рыбку вешаю на палочки, не на крючки, а на палочки. Сейчас покажу, как это делается. Берем палочку. У меня это, как его называется, вот, дуга от палатки, короче, сломанная, хорошо раскалывается, удобная штука. Я на них солю. Продеваем. В деревнях солят на иловых прутиках. Через жабры. Так, продеваем, берем рыбку, продеваем ее через жрот, через жабры. Вот таким вот образом. Очень быстро все получается. И удобно. Так, одели рыбку на палочку, подвешивали на крючочке палочку. Рыбку разлегайте, чтобы она не соприкасалась друг с другом, тогда она лучше будет просыхать. Вот, и оставляем ее дня на 3-4, так вялится. Так, ну вот, я одел рыбку на палочку, повешиваю над крючочками, на крючочке. Конечно, это не самый лучший способ вяления рыбы, потому что это дома. Самый лучший способ это на открытом воздухе, когда ее обдувает хорошо ветром. Ну и такой вариант тоже имеет место жить. У нас рыбы тут немного. Так просто попить пиво вполне достаточно. Так, тут маленько еще осталось, еще одно сделаю. Все, оставляем эту рыбку на 3-4 дня, пока она подсохнет. Ну и потом посмотрим, что получилось. Ну вот, друзья, корюшка прошло. Честно говоря, прошло 5 дней, я маленько про нее забыл, и она у меня уже совсем высохла. Вот что у меня получилось из этой рыбки. Вот такая вот вкуснятина. Я сейчас начну сам то. Осталось добавить сюда пивка. И все. Очень вкусно пахнет, все свеженькое абсолютно. Ну, это, конечно, не идеальный способ вяления корюшки, но если так вот в небольшом объеме, то он подходит, в принципе, неплохо для этой задачи. Я тут с ребятами поговорил, поконкретнее рецепт. Короче, они говорят, делают на ведро корюшки, берется стакан мелкой соли, все это дело перемешивается,
течение получаса перемешивается еще раз. И через час просто вывешивается на прутики, на чердак. И все. Ну, это когда большие объемы. А если вот, как я, просто так вот немножко сделал, что она у меня оставалась, можно использоваться и моим способом засолки рыбки. Ну все, всем приятного аппетита. Я на этом заканчиваю это видео. Всем, кому понравилось, пальцы вверх. Кому не понравилось, пальцы вниз. Не забывайте подписываться. Оставляйте свои комментарии, кому что-то непонятно. Все, всего доброго. Вот такая вот корешка у меня получилась. Дома.